Сначала вот так разделяем части волосы. Если один мастер делает, занимается 3 или 4 часа, скорее вот так наращивание с кератином приклеить волосы очень редко делают, и это самый дешевый вариант. Дорогие, привет! Летом, поэтому я хотела поменять волос и приехала в салон для наращивания волос. Вот, начинаем! Вот так намазываем краску. Для тестирования нужно ждать только 5 минут. Короче, я хотела покрасить волос, но в конце концов у меня волос не получается, поэтому просто решила не покрасить волос, а наращивать волос. 괜찮으세요? 어, 네, 괜찮아요. 너무 뜨겁거나 차면 말씀하세요. 반말리가 나고 있어. Когда наращиваем волосы, не могу тщательно помыть голову, поэтому до наращивания вот так хорошо помыла, чтобы выглядело естественно с моими настоящими волосами. Сделаем стрижку. И надо сравнивать с моим ростом длину волосы. Но так как я очень маленькая, придется стригать. Чтобы посмотреть точную длину и чтобы хорошо наращивала, нужно сначала упрямить волосы. Сначала вот так разделяем части волосы. Если один мастер делает, то тогда занимается 3 или 4 часа. Начинаем наращивать сначала сзади головы, потом бок, потом переднюю часть. Еще мастер говорит, что в Корее вот так наращивание с кератином приклеить волосы очень редко делают, и это самый дешевый вариант. Обычно школьники кореянки так делают. Еще говорят, мужчины тоже очень часто делают наращивание волосы. Оригинальная скорость, чтобы наращивать один волос, вот так занимается время. Вот половина. До и после. Вот так. Лучше качество, чем мой настоящий волос. Еще я спрашивала, если тонкие европейские волосы, как будет? Говорят, эти волосы обычно от китаянки или кореянки. Поэтому очень толстые и густые волосы. А чтобы совпадать с европейскими волосами, лучше наращивать с цветными волосами, как у меня розовый. Тогда в процессе покраски немножко волос портится и тоньше становится. Говорят, тогда естественно совпадает с европейским волосом. Боковая сторона самая сложная. Если неправильно наращиваю, то голова будет выглядеть очень-очень большая. Поэтому боковая сторона нужно взять меньше волосы. Ой, 너무 이쁘다.
아, 염색 안 하길 잘했다. 그죠? 이것도 그냥 예쁜 것 같아. Я спросила у врача, что вреднее, покрасить волос или наращивание волосы. Врач сказал, лучше наращивать волосы. Ребята, половина уже почти только в передней части и бок осталось. Суши 많아서 핑크도 좀 거기에 맞춰서 양을 좀 많이 들어갈게요. 꼬이지 말고 잘 되게 되게 관리 잘해야 되는데 오 하나 여기가 엄청 크다 넘겼을 때 이거 땡기는 것 같아 저 한번 넘겨볼게요 이게 낫죠? 어, 네. 진아라도 같이 와? 오케이, 알겠어요. 머리 이렇게 탈색해서 염색까지 맞아요. 한 거라서 아무래도 손상이 돼 있는 애들이에요. 그래서 그런 물 다음에. 네, 그럴 때. 아. 이게 это Правда, конец. Чтобы натурально выглядело после наращивания волос, сделаем стрижку. Как получилось волосы? Оцените, пожалуйста.